Но есть бесплатных таких, которые на самом деле не совсем такие фундаментальные, тоже можно много чего посмотреть. Но в целом, не знаю, я думаю, для русского человека в интернете платного в принципе ничего нету и, ну, Да, тут кого... остается надеяться только на Да. сознательность. Чуть-чуть что, то есть, ну, я думаю, что кому надо, разберется, скажем так. Да. Ну, скажем Скажи. так. Я их покупаю. Ну, у тебя есть такая возможность, Но я честно их говоря. покупаю из Uber.